Участник китаец. Произвольная программа под музыку Дворжика. Бронзовый призер чемпионата Китая. Десятый после короткой. We'll be right back.
испытание симфонии Дворжика, которое казалось бесконечным. Настолько бравурная и яркая музыка. Начал за здравие Джа Лянг Ву. Тройной флип, тройной тулуп, двойной ридбергер. Прыгнул также тройной аксель с двойным тулупом. Но чем дальше шли дела, тем хуже дело обстояло с прыжками. Ну а если говорить об общем уровне катания китайского спортсмена, то из числа китайских фигуристов он пока не выделяется. Четко выполняет то, что задумано, без каких-либо творческих излишеств. Ну что, четкие вращения. Все старается докручивать, если позволяет время. В последнем вращении уже не было времени крутиться. За набор элементов 58 баллов, это столько же, сколько у Эббота. У Эббота столько за компоненты. Одинаковые оценки за компоненты с Джеффри Варнером. И он набирает 153 балла, пропускает Эббота вперед, потому как тот напрыгал намного больше.